В Москве полицейские задержали фармацевтов-драгдилеров, которые фактически превратили аптеки в настоящие наркопритоны. Подозреваемые открыли фармкомпанию и получили лицензию. Поэтому без труда и на законных основаниях закупали сильнодействующие препараты, которые через курьеров поставляли в аптеки. А уже там сотрудники безо всяких рецептов спокойно продавали вещества всем желающим. Причем по завышенной в 10 раз цене. Тем не менее, нехватки клиентов не было. Полицейские взяли из аптек в общей сложности 600 килограммов сильнодействующих препаратов.